Ты за мной, Люка, и летишь. Че он NPC со мной летит, блядь? Алло! Я не с тобой. Да реально? Я же не первый выпрыгнул. Я хочу, куда ты хочешь. Я сюда лечу. Так где же сон будет? Ну шанс, что у меня, блядь, примерно 0%. Смотри, не Саня просто. Ему один раз там мало пизды дали, один раз уже мало. Кто там пляж? Пожалуйста, у меня зон... Ну, бля, нормально. Ебать. Ладно, нормально. Я просто сейчас полутаюсь и около камня лягу, нахуй, а вы что хотите? Так мы до конца в соло играем или уже дом вместе, да? А потом ты можешь, конечно, что. Стоп. Что? Иди нахуй отсюда, у меня тут шлюха. Так вейвия, Сань. Что за хуйня? На кулаках пойдет, на меня ранил? Вейвия, я говорю. Сивандра трахает. Там девчонка какая-то выпала со мной. Бля, закидали. Я купил, она на крышу просто падает. Чё, блядь? Понятно, Санёчек. Ладно, скидочный накс мой предикт. Сука, я нигде не видел, чтобы еще парашют раскрывался. Чё за хуйня? Вот такая она, тигрица, подкралась незаметно. Фуф. Сань. Теперь мне страшно, блядь. У меня тоже тут Сиванна. Это стрим-снайпер. А, да, думаешь? Ты как раз стримишь? Нет, это Люка. А, да-да-да. Что за хуйня? Я не видел парашюта, блядь. Бред какой-то. Может, она раньше тебя упал? Нет. Каски нету, блядь. Да, ну вообще полу-то что-то скудненько. Есть дом занимать, скидыш, не? А? Где дом занимать? Типа вот этого. Не. Он если гору занять, симба. Что за говно лут, блять? Ноль тачек еще, блять. Бля, с берила жать без вертикалки, это вообще отменно. Там так, блядь, прицел летит в очко. О, наныл.
Охуенно. Чё, тачек сегодня не будет? Бля, я уже к пикаду сейчас буду подбегать. Ой-я. 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 Да пизду, короче. А где тачки? Пиздец, блять. Чё, скич, может, займёшь там? Не, спасибо. Каждый соло? Каждый соло. Бра, ну если ты потом в мой дом будешь подъезжать, я тачку расхуячиваю с тобой. Говорю, каждый соло. Да, я думал, что Малик больше занимает. Типа бутылка такая. Надо еще вот так привыкать. Там, похуй, на эту секунду, наверное, взрывается. Ты будешь что-то занимать, Ростянович? Мне надо X найти, я не могу X найти, блять. Найду, пойду. Я тоже X найду. Сейчас посмотрим, как зона следующая дарит, если что будет. Я вроде все есть, только X нет. После поставил, после. О, вот 6x и 4. Еще БМ-очку. О, заказывал. Ну, бля, я еще через город поеду, как долбоёб, похуй. Тачку побыстрее, ну ладно.
смысле? Да город занимать? Тише. Что, никого нету? Боль кринж. Это ж... Иду через домой ехать, я рот охибал. Нормально. Ебать, как мне к вам подъехать? Через гору? А можешь вот эту гору позумить? Вот, вот здесь вот. Сейчас, я, бля, пацан, что там уже они на ХГ, мы никак не увидим, даже если там есть. Ну, чё, всё посмотреть. Я просто там проеду, блядь. Я никого не вижу. Аэродроп, я за аэродропом. Давай. Ну тогда я на него тоже поехал. А где? А, там через город, не, в пизду. Ну в тех домах только может быть, простите. Там челы? Не, могут быть. Так не вижу, на горе. Я слышу мотик какой-то. Куда он упал? Мотик на метке. Двое типа. Типов. Да, залутается там. Куда он упал? Что за кринж, блядь? У меня глушак есть на снайпу. Какой икс, спросите? 8. Один человек. У меня глушак на снайпу есть лишний, взять вам? Нет. Бери. Да мне пол. Сейчас не вижу там, где уехать. С моей стороны к вам куда-то ехали. С моей стороны к вам едут, пацаны. С стороны по дороге, что ли, к вам едут. Нас встречать. Да, он спешись к вам, пизду. Со спины, что ли? У меня в спине челы, пацаны, откуда я пришел? Я к вам бегу. Слышите? Надо встречать их будет. Тут иксов нету? Нет. На. Это хуйня-то у меня ВМ. Там прокалите аирдроп, прям около дома упал. Да давайте я 6 икс дам. Давай. Я скинул глушак, короче. Вот здесь. И моток едет. Машина по дороге проехала.
я с тебя разбил бошку. Ну что, с горы, помните, откуда я пришел? Да, да. Чек надо как. Не вижу. А ты глуши, вы глушитель забрали? Да, да, я забрал. Че, в зону поехали? Бля, ебать зона. Но у нас минус тачки все. У меня баги стоят, и тут стоит тачка. Вот сейчас они бьют уже, блять. Ой, блять, уже не стоит. Откуда они там стреляют? Я не вижу, с домов или с горы? С горы. Один в дом побежали. Они уходят, да. Они уходят. Ты тоже пешком идем еще? Надо на гору подсосаться на это. А потом я не знаю, как там делать. Вон там еще челы вон вдалеке. Вон, на зеленый. Пох на них не стрелять. Лех, мы двинули. Да, окей. Он тоже на гору чел бежит там. На гору бежит в эти дома. Вот тут сейчас где-то. Вижу. Бестолковую ебучку его. Я бачу его, пацаны. Я не знаю, я помню, ни разу не попал. Это они же? Да, кажись, турки. На, дал по одному. Блядь, зунул, я вообще... Что я по нему стрелял? Я же видел его. А, в зону надо не сидеть. А, пробили, суки. Да я знаю. Да, блядь, вообще наученц тут. Блядь, если бы я его нокнул сразу тогда. Че, мы еще идем? Ага. Да, блядь, надо бы смог тебя подсекинуть, не знаю. Да надо было баги сразу забрать, пока они целенькие были. Санёк. Да, чё? Всё. Давай, да? Да, всё, да. Ой, бля. Ебать, вы бомжи. У меня карта была нормальная. О, на танец посмотрите, пока не забыл, блядь. Кого? Купить хочешь, что ли? На танец магазин какой-то за 800 там. Да я просто посмотрю, что. Ну, чаки. А как остальные танцы посмотреть в этом же? Старый все. Все, вот сколько.
Ну, это старенький все. Санчоус! О, наконец-то. О, дерзко, скинешь, колец? Да. Фаст проем. Топ-3 точно войдем. Смотрим. Ты больной? Ну и так смотри, блядь, видишь? Повязка. Она из убить била или что, блядь? Мячик прийти. Вот он, да, Роналдо. Ебать, это снеговик. Бля, вот как такую голову стрелять? Это же вообще пиздец, у хитбокс головы нет. Что такое, блядь? Чё? Типа ты вот если ему влево попадаешь, ну хитбокс же головы смазан за этого. Ну не хитбокс, а грани, именно как тебе целится. В игре нет этой головы. Да? Да. Для него он может быть и есть, знаешь, а для других нет. Это батл. Читаю пока. Тут батл один, блядь. Thank you.
Блять. Звук, звук, слушаем, кол. Легендарный кол. Прыгаем. А лети просто, давай, давай. Сейчас вот начнем. Я вот с этих начну. Понятно. Там гранаты, раскид, раскид. Это Толик? Да, да. Ну, вроде с нами никого. Ну там справа этот меншин может залутать тоже. Да, вроде бы никого. Жесткий кол. Чё ко мне бежишь, голова? Пошёл ты, блядь. Домов, блядь, мало? Блядь. Алло! Что? Чё ты ко мне пришёл? Блядь, домов мало, что ли, тебе? Блядь. О, блядь. Специально сюда попал, Дельман. Ну, я видел, где зону, я уже видел. Решил вас не расстраивать, ну, заранее. А, ну, больше не колешь, короче. Пиздец, нам опять ехать. Я через верх поехал. Я по воде поехал, без шуток. Не, по воде точно долго, пиздец. Ну, пофанимся, не? Да не. Роман уж пофанился не раз, блядь. Этот моряк опытный. Ну, вон я пришел, блядь, тут гоблин. Ла. Тут гоблин, Сань? Играем. Играет. Ты во сколько встал, Сань? Да, блядь, тоже график хуйня какая-то. Ну, я встал где-то, я лег. Я даже не помню, днем что-то и встал, вот. В два, есть. Блядь. А вы тоже, пацаны, так встали? Не, я встал я где-то в 10 вечера. А, ну не, говорит. У меня совершенно другая история. Всего что в 10 вечера. Ну, типа, ты дохуя спал перед этим, или? Не, мало наоборот. Да меня вырубило в 4 дня. Вот это 10 поспал. Нормально уже, ты что говоришь? 6 часов, блядь. Тем более в такое время. Я понял, значит, ебашим. Сплотимся. Ух, бля, стоял бы тачка тут еще в гараже. В принципе, 24, я уже не знаю, сколько я не мог найти, блядь. Ох, по 40 пуль таскаем. Блядь, компенс, нахуй мне нужен на снайпу такую. Ебать, 4х рядом лежат. Три штуки. Хоть 1.6, блядь. Пиздец, говна наспаунили. Проснулся 8 вечера в раз. А, я так понял, пацаны, мы все тут в одной лодке. После Нового года всегда так. Пока сидишь.
Хотя у тебя это не важно. Новый год, не Новый год. Каждый день как Новый год, бро, надо так жить, понимаешь? Правильно, Сань? Конечно. Твоя карточка это знает. Она каждый день говорит с праздником. Сегодня зажигалки, завтра Crazy Time это. Не лови, мститель. Сам подъезжай, в зажигалке стол взял. Зажигалка. Ты же не знаешь, как через Ясную ехать. Как ехать туда, блядь? Сердце. Заколел, блядь. Третий армор, блин. С Новым годом, блядь. Просто у нас самолет так летел, что и, ну, там могут быть спокойно. Да, да. Ну, там везде могут быть, понимаешь? Он через всю карту вниз летал, везде. Так что тут поебать, как мы поедем, в принципе. Ну, через Ясную норм, как по мне. Через Ясную? Тебе же, да, тебе же в Ясную не надо саму заезжать. Ты можешь как бы, ну, рядом с ней ехать, а потом на мост заехать. Вас забрать обоих? Да, можно. Шестих нужен, пацаны? Не. Ну, у меня все гуд вроде по луту. У меня, в принципе, все есть. Глушак бы. Компенс на М-ку и глушак бы на снайпу, все. Выхожу. А чё заглушил? Мне нравится, когда так водить. Экономия бенза. Гони, бро. Ну я по полю, наверное, слева Ясный. Ну да, 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 вот слева от Ясный, потом на мост, ну самый норм варит. 5 утра встал. Ну понимаю, бро, я в 2, блядь, я короче понял. Мы тут все. Камень. Бля, мне сегодня подруга в гости позвала вечером. И как я, блядь? С праздником. Бля, я бы вот эти дома занял, конечно, если они не заняты. Они там и на гору можно подсосаться, такие универсальные. А чё ты глушитель на М-ке таскаешь, Сань? Голова? Алло? Да-да. Найс бы стрелял, блядь! Бля... Ебаный рот. Я помню. Ты глушитель-то на снайпу на цепи? Нахуй он тебе на М-ке, Сань? Да там у меня компенсатор хороший. Не, компенс лучше наоборот на М-ку надень. Найс нагрел их, Сань. Не-не-не. А, тебя задавили? Чё за бог? Тебя задавили? Я нихуя не понял, как тебя задавили? Я перевернулся. А. Давай отомстим. Они же нас поедут. Упрыгивай. Кстати, да, реально, могли мост им закрыть. Тоже поздно. Прости, сбывай армор. Там что-то в той стороне стреляли, куда мы едем. Может, еще тачку взять? Ладно. Ну, с ключом и закрыть. А кого-то кикнули, что ли? Да. А это никто скидч убил? Там, там стреляют. Сейчас зона как раз сойдется, и там посмотрим. Там под грибом чел, останови как-нибудь сейвов на горе, блядь. Могли разъебать их. Не понял.
блять. Ебаем, они под горой сидели. Я еще охуел, я думал, цель стреляет. Не-не-не, там чувака три. Че, поедем? Джерджабль? Поедем? Ну хуй знает. Или вот здесь поедем. Я можно здесь, похуй. Здесь хуйка, кстати, дура. Справа вот эти ангары, осторожно. Их постоянно занимают. А вот эти дома слева заняты? А я вот не пойму, они заняты или нет? Давай как-то мимо проедем сначала. Ну не пойму. Ну давай врываться. Ну у нас на мосту челы сразу будут. Ну я так не вижу вроде. Не вижу, не вижу, слышь. Алло. В гараж сгоняю. Гараж, гараж, правее, право, право. Это что такое? Это твоя цель? Гони, бро! Пронесло, блядь! Бля, мы долго пизды будем получать! Пиздец. Бля, мы это стоим, сюда надо в контейнер, бля, поебать. Вы ищите, молчите, я думал, кто-то из вас кинул, блядь. Надо передать, я вышел, пацаны. Надо перевести дух, блядь. Я уж думал, что Саня просто кидает. Я тоже думал, что это ты, Сань. Я думал, это вы прикалываетесь. Да, да, я за рулем. Не, тут таких два только пассажира, как бы, да. Которые еще флот любят. А потом хаешки или свои же тачки, да, блядь? Смотри, Лёх. Чё? А, грил? Ну да, прикольно. Смотришь? А я такого нет. Хуёво? Видишь? А где такой эмки нет? Она хуёвая, блядь, за 2 рубля. Чего? Она 2000 стоит. Да, ты пинсы я продал, блядь. Я не продаю. Пинс на снайпер кому-то. Не. Не. А, они зумят нас, по-моему, пацаны, вот из этого дома. Первый этаж зумил нас. Бля, ну уебище, пикни еще раз. Че он делает, больной? Это кто-то со стрима, может? Он просто из дома в дом бежит и просто прыгает, понял? Как зайчик, блядь. Че? На горе нас зумит, гора, гора, гора сверху. Да. Три толпа там, блядь. О, ебать. Гоу три, гоу перв, блядь. Блядь. Они на дроп пошли. Они и нас зумили, они тот дом зумили. Они зумили. Допы, они на дроп пошли. Допы? Допы? Какие допы, Сань? Все только допы, думаю. Вблюдо? Вблюдо допы. Вот этого хотите? Вот на метке. Зеленый. Готовы? Подожди, где? Подожди. Да-да-да, готов? Да-да-да, раз. Надо стрелять, я ебал рот, блядь. Да, тяжело вверх. Не бойся, забадили, где-то подсосались. Сейчас зона будет, сразу можно ориентироваться. Там бы тачку другую найти. Блять, ну мы... Так себе. Да, я даже не знал, пацаны, что мы делал бы. Вообще под гору нормально подсосал скобот. Мы можем тут до сих пор сидеть, просто тачку найти. Потом уедем отсюда. Ну да. А вот опять сверху, смотри, сидит на горе. Да пох на них, Сань. Ну, в крайнем случае, эту возьмем, что делать? Короче, у меня приколюха есть. Какая? Ох, ебать, ну. Ты бы лучше... Ты в сторону дороги, по-моему, кого-то стрельнул. И что, там дроп приедет или нет? Mm-hmm. Или тачка? Дроп. А тут тачки нет уже, по-моему, в ранкеде? Я не знаю. Написано, что есть. Ну, значок есть, тачки. А вот сверху, сверху, смотрите, блять. Метку, метку, Сань. Вот. Он уполз. Чё, самолёт всё, не прилетит? А там слева чего, по-моему, пиздец, слышишь? Может, помочь им надо умереть там? Который по нам стреляли из дома. Да-да-да, идите-ка. А, блядь, чуть не... Мочек. Два чела на мочке. А, блядь, мне же... Вот сюда, вот сюда заехали, вот сюда заехали, вот сюда! Да, да, вот да. Сюда. Гол стрелять. Блядь, ну просто... Сидит, блядь, стоит.
Вот он в утке. Попал. Не выход... Он не выйдет. Он за будкой. А, вижу, вижу, вижу. Смоки кидает. Он за вот этой хуйней. Нокнуло. И один в этом доме. Не пропустите да, да, да. его. Идет, идет. Стрел, прошел, прошел. Сейчас будет поднимать. Поднимает, 100%. Сейчас смог порвет и имбайк разъебанит, никуда не делает. Он его поднимает. Чего канистр не взрывается? Мой игрок не приехал. А, ебать, ты гений, Люк. Канистр. А чего сразу ее не разъебали? Попал. Он там знаки накидывает. Он накидывает, чтобы байк я не сломал. Я так хочу подбежать. За дом, за дом, за дом там. Зашел в эту будку тоже. Один прям сидит в доме до сих пор. Больно. Бля, у меня на решетку ставится метка. Бля, есть кайф без решетки где-то пострелять? О. Это где дальше сейчас стреляет, да, лево? Да за будку он. О, да, въебало, да, въебало. В доме съебал, чел. О, я сейчас умру от зоны. Я зону. Бля, алло. Я в зоне, блядь. Тоже в зону умер. Слышь, блядь. Откуда мой... Он что, с горы начал хуярить? Живи, живи, Сань, живи, живи, живи. Я живу. Где тачка наша? Кто его знает? Там за зон. У вас 30 сек. Похуй. Немного аптек. Ну, вообще не надо стреляться. Я, похоже, сломал байк. А, не... Ну чё, Люк, нас да? У нас нет тачки. У тебя смоков много, Сань? Да, есть что-то. 4 смока. Ох, Сань, нам пизда. А мне похуй. Давай, бля, в тир поиграем. Ебать, пох-пох-пох. Ой, блядь. Их пиздят, сам беги, да беги просто! Алло, тебе хуё, просто беги, их пиздят! Алло! Ля, не бери ХАЕ, пожалуйста! Кинь прям Лёху по ноге. Смачочек. Не, я сам, мне не надо, короче, я как-нибудь сам, бля. Ну зачем они по модику тут кинули? Ебать, как к ним по таймингу подсосались. Ну просто нам повезло, что они прикрыли. У нас училы сидят. Сань, у нас тут два этих человека где-то сидят. Он не выше. Ну они где-то тут сидят, я модик их видел. Гоу здесь подсосемся. Подожди. Хочу начекать их. Сейчас, наверное, с горы будет видно. Ножки. Ну да, их тут модик брошенный. О. Я притаился, короче, сам. Потом в тайник подсосемся. Я вот здесь тоже подсосу сейчас. Просто хочу убедиться, что их в спине нет. Ну вряд ли, где бы они там сидели. Возьми три жилет в питомы. По правой, где я сижу. Ну да, я бы лучше вниз спустился, Сань. Это такая маленькая зона. Потому что, человек. Сань, на гору не надо подниматься. Мы, ебать, мы потом с него хуй слезем. Могу по правой. Лучше пониже спуститься, да-да-да. Расслабляйся, два чела могут сюда тоже побежать, Сань. Вообще, ну, это да. Очень вероятно.
А вот тачка стоит. Я вижу челов. Где вот ты тачку видел? Чуть выше. Не стреляй, Саня, только не стреляй. У меня глушак. О, все. Гнили ебаная, блядь. Ну, я в сейве. Я в сейве. Получится? Получится, парня? Ну подожди, Сань! Батька ворота снесла. Бля, ты че, уже поднял бы 10 раз? Ты угораешь него ему? Ну вот сюда подползи, где я. Да смог ты. А сейчас спускаться к рыбу, Сань. Вот-вот. Вот, свинь, вышел. Оторвал его. Я лечусь. Голос сдохнет в зоне, уродина. А, тут все, пизда. Там... Тихо. Окей. Его байфренда. Ой, я, блядь. Вот так я вас оттрахал, блядь. Оттрахал вас, как лохов ебаных. Я его под спину стрелял, Лёк. Я знаю. Блядь, ты что, секс нам? Ух, ебать. Хуя себе играть. Хуяли на чеку мне еще. Блять, ладно. Тебя этих плохов разъебал. Бля, Люк. А че у нас с тиммейтами? То один разобьется, блять. Один за зону сдохнет. Спасибо и вас. Ну, первый зону. Ебать, экшен был на горе, блять. А там его мыты в зоне. Че он еще тут делает, блядь? Бля, вообще я ему дал въебало бы. Да, он бы упал. Он с кольтом был? С самкой? А, вроде да, я чуть не увидел. А, хотя бы с вот этой самочки нормально поебольничку залетело. Чпоньк? А сколько М-ка въебало бьет, ребят? В чате шарите? Я смотрел таблицу дамага, я помню, еще давно. Я просто забыл уже. Сколько М-ка въебало бьет. Чтобы понимать. Типа, условно, если у чела вторая каска, мне две надо въебало, наверное, дать, а если третья, три. Плюс-минус так. Сервера перегружены, то есть, блядь. То есть, две, то одна. Сразу упадаешь. Тебе плюс будет, Лёх, на следующую катку? ХЗ. Спать хочу пойти. Напиши кому-нибудь. Получается топ-1 next? Да, Макс играет. Нормально сыграем. Да, Макс сам будет. Next slot есть. Меня в лобби тут не пускают. А, не, он тоже написал спать.
дебили авторизация теперь, блядь. Ты очень больные. Нужен плюс. Сейчас посмотрим. Шестьдесят голов, второй шлем. Ну, как я и говорил, две пули. Ну, если не найдешь, вообще поиграть могу. Ну так, просто я уже забулил. Чел, а чё ты не хилился сразу? Зачем ты пикал еще, Фрост? Я на яйца храю. Ну, по факту, нормально все было, просто чуть не повезло. Еще бы секундочка, я бы выхилился. Нет, такая ужасная погода в Волгограде. Дождь, плюс, снега нету. У вас как-то в Москве, Лёха? Хуйня. У нас, блядь, всё растаяло, у нас фулл снег растаял, и потом всё замёрзло. Я вышел вчера гулять с Путом, я охуел. Мы ещё с подругой были, я просто охуел ходить. И она тоже. И типа, всё, просто... У нас новогодняя ночь плюсовая теперь, тут там плюс 8 было. Пиздец, блядь. Плюс 7, там всё нахуй растаяло, да, там просто пиздец, снег, блядь. Найк, дождь вчера целый день шёл. Конечно, блядь. Природа вид, как ты играешь. Давай, давай, от зоны умри. Я хоть от челов умер. Я хоть от челов умер. Перевернулся, конечно, блядь. Ебать на сюжете в PUBG, типа, не отзывай. Да, я теперь всегда так буду говорить, да я хотя бы от челов умер. Потому что сюжете не меньше, блядь. Я 0 урон, но я от челов умер. Это типа уже... Это, блядь, это как будто в Дейзи, знаешь, тебе получилось выжить, да, тисом добежать, ты хотя бы говоришь, ну я, блядь, видишь, хотя бы, блядь, от чела умер. А тут в банке, блядь, не пить, не есть, ничего не надо, блядь. Энергетики, аптечки. Я хотя бы... Чё-то катки начали долго искаться. Ты когда займёшься, Лёх, Ютубом? Вот сейчас. Заходи, заходи на YouTube. Да, да. Сдайся на резки посмотреть. Как тебе там налезают? Да, да. Бля, Лёх, вот это. Ну, реально, охуенно. Это как решили. Вот, знаете, чел выжил, так вот, ну, из-за этой хуйни. А тут даже нарезки нужно, надо просто, знаешь, ну, вырезать. Из стрима это, именно вот этот момент игровой. И просто назвать видео «Долбоёб в команде». Пап, разменяй меня, давай. Нажмите ready, что-то мне сказали поиск перезапустить. Это баг, если больше... Мне даже разменять есть. Понял. Сань, нажми ready. Dance, dance, dance with my hands, hands, hands. У меня вот, ну типа, это... Лёх, один вопрос. А? Ну, почему, типа, нормальные люди... В лобби у нас с босиком. Я закаляюсь просто. Зимой. Санёк. Да, я тут, чё? Нажми ready. А, ты лежал. Джоу останови. То хлопья любят тёплые, тот закаляется. Босиком. Вещи реально связаны. Бля, я вот клянусь, вот с Хищем что-то еще было в Дейзи, вот давно, но я не помню, что. Ну, что-то двери, было, бля, сука. Лёх. Еще, еще самое. Нет, это что, я еще тогда, блядь, что-то помню, блядь, что-то было, сука. Вспомни. В окно, когда вот это многоэтажки выпал я. С самого верха. Чё-то бежал, в окно выпрыгнул. Не-не, это. Сейчас кто кролит, Саня? Я.
Шо, блядь? Шо, бля? Шо, что это такое? Смотри на мой, да. Адам Анкас новогодний. Вот это туда. Пиздец. О, ебать, я обработал. Я что, Месси? Ой, что это, блядь? Так, я так накатил на ход, блядь. Приклеили мяч. Сейчас обводка, обводка. Все, не трогай мяч. Тебе запрещено. О, вот это удар. Нет, я ударил. Оп, обвел. Собрал, пошел. Не могу посмотреть, пацаны. Сейчас знакомый клип какой-то. Это ж PUBG лагает с браузера. Пиздец, блядь. 30-70 тебя недостаточно. Да, когда мы с Русиком еще в машине ехали, я с машины ехал. Да нет, там, блядь, другое число. Че, Кольте, давайте. Санек. Не-не, Кольте, я кушаю. Приятно. Спасибо. А. Давай без этого хуйня. Да, я Коля. Что это, блядь, за кол? Ебать, есть сезон с основки, салам алейкум. Так че, поплывем, блядь. Ну может в северный? Либо вот сюда. А в северном будет точно. Ну гон? Го вот сюда. Ну го вот это да. Го в северный, чего, блядь, в сити? Ясно, блядь. Сейчас посмотрим, может ясно и никого не будет. Я вот с этих домов начну вот так вот. Я надеюсь, меня там не выебут, блядь. Что-то близко к северному. Ну да, ебать, северный летят. А, вам похуй. Ясно, никого нет. Я в ясно, блядь, все. Реально? Да. Ой, у меня машина там уже стоит. Ебать, тут люди в северном. Ну, два сквада. Нет, давайте там три. Где-то. Три. Больные люди, пошли в пизду. У вас точно никого нет? Ну, ладно, там из кол. Бля, нет. Ладно, пацаны. Бля, ты где есть, мы сейчас жарко упали? Блять, я больше вас слушать не буду. Ты посмотри, где я это, охуел? Я в 500 раз лучше дал. Ну, бля, у меня лута не будет. Ну, дома я занял ебейшие. Это топ-1 дома вот в этой зоне. Бля, привезите мне лут тогда. Пошел нахуй. Вы охуели, блядь? Пошли нахуй, на улице будет стоять. Честно, горе посидите. Чекалось бы, что, блядь, что-то противопоставить мне. Ну, не знаю, бро, блядь. Как посмотреть, блядь. Будет ли у меня ган. О, там берил красивый. Вы, блядь, только 3 года не лутаетесь. Мне тут... по кайфу. А мне похуй, я выбегу из дома. Скажу, забирайте, мужики. Как все найду, поеду. Да не, по краешку зон тоже норм играть, ребят. Подвигайтесь там. Ну, мне по факту больше нравится по краю играть, нежели где-то в центре. Да фу, хуйня, блядь. Там очень сейчас получается так, что все, no chance. Что-то сделать. Бля, еще и тачка. Там хотя есть. Бы в игру играешь. Блять, как попасть? Найс, 0 раз попал. О, на цевьё хотя бы какой-нибудь. Найс, тачку ломаю эту ёбки. Да похуй, никуда не надо. Стреляю, уебище. Уф. Сейчас у меня.
за элитный сарай, блядь, заходишь, там третий броник, шприц и глушитель. Это какая дроп? Да встань, блядь! 4х нужно, как? Не, у меня 8х есть. Еще один жилет. Еще один глушитель, блядь. Тачка едет. Тачка с нашей стороны, Лех, едет. Ко мне? Да, с той стороны. Ну, блядь, я говорю, мне быстро тут ретейк будут самые бадома. Ну а чё, я их могу нихуя найти, блядь. Я стою, встречаю уже его, блядь. Я не могу просто даже снайпу любую найти. Я патронов могу найти. А, ну у меня еще и зума нет. Я тут с трех домов четырех все нашел все. Ладно, все, мне нужен только зум, ебаный. Еду к тебе, Лех. Давай. Ой, блядь, нахуй я это взял. Да как повезет на самом деле, вот что-то вторую игру мне не везет на зум вообще. Ой, 24 есть кому-то надо, мне тут еще одна. Нихуя нет. Блять. Все, дома тут шел, да? Нашел. Да, да, не спешите. Еще, по-моему, тачка летит, самолет. Нам надо 2-2 сесть. Чтоб фу эти дома забрать, чтобы у нас не было соседей ебаных. А Вилмак нужен быстрый доступ? Видел я? Мне щечка нужна, пацаны, снайпу, если найдете. Да, дальше. Где я видел? Нет никого. А ты по мосту проехал, Скиш? Не я. Я тебя понял. Я не знаю, что. Прям сейчас кажется, что ты человек мост занял. Не открывайся под северный. Пилки нужны, Лех? Хилки? Ну да. Энергикос, что-нибудь такое надо? Давай. Ну, нормально. Спасибо. Бать, первый раз в жизни повезло с домами. Хорошо, я сюда упал. Бать, просто в центре зоны. Да. Это фрости. А чё там, Санёк? А чё Санька оставил фрости? Да, я тут, я всё нормально. Ну, там челы были, последний раз я с ним стрелялся. К нам на нас крутит чел! На 15 бежит! Да хи дал вот тут! Так и знал, сучара. Я его не вижу отсюда. Он за холмом прям, я им дал по пузу. Вот здесь еще, вот здесь, вот здесь. Зеленый за камнем. Я сейчас поднимусь к Лехе. Ко мне не надо, мне тут ничего не видно. Блять. Но. Можешь подняться чуть-чуть? Да что там же, братян, же дали свои метки. Он бежит в гору, скидич! Справи, алё, стреляй! Мой дотек. Вот я тут за камерой. Да как, куда, блин? Он прям перед тобой бежал. Лань так бегут-то, блядь. А, они пешком, бегут. Они пешком наш дом хотели отбить. Я смотрю, мужичок бежит без головы в руках, да, прям. Прям на меня бежал. На, по пузу, блядь. На моей метке. По дороге двое. Санек?
Санёк, иди на ту сторону в дома. Фросян, вот, что 2-2 будем сидеть. За деревом на метке. Красный. Он перебежал. За холмом. Я уже не вижу отсюда. А за холмом. Блядь, в таких ситуациях скорострелки, конечно, получше. Так, возвращаюсь обратно. Скорострелки всегда лучше, если ты не в домах ПВПшишься. Такое вот, а так можно резко нокнуть человека, подрашить на них. Ой, глушитель на снайпу. Где? У меня. В сарае лежал? Да. Давай сюда. Аська, у тебя какая? У тебя М-ка? Не. А чё, не хочешь? Доиграй. Я не хочу. Давай сюда, блядь. Там на ангаре, что ли, где-то за ангаром? Да сек, чё доебался. Что ты здесь сказал, блядь? Ой, блядь, не поплавил. Не, тут удалось. Нашёл ты? Да, что там со стороны ангара стреляли того. Да, да, где-то там стреляют, как будто левее даже чуть. Ну, бать. Мы в зоне. Ты чё, кажется, следующая зона не у нас будет. К нам едут, пацаны. Справа еще. Приехал в гору. Он приедет. Блядь, дерьмо, бля. Началось северный аэродроп, сейчас пойду забирать, вон там летит. Видите его? На 320. Еще едет машина. Того чел. Без головы. Еще раз писаешь метку? Вот там вот, на красный. Далеко. А, ебать там тачек, пацаны, на 200! Я там получил, пацаны! Водил влево попал на досе. Все, колес, ты просто распуяришься. Просто колес хуярим. Колес, пацаны! Бить еще. Чтобы ее было уничтожено. Я куда-то убежать теперь, боёк. Стреляйте по правой машине, она будет здесь примерно. Не, они влево смогу уже. Они влево смогу все. Не-не-не, они влево бегут, пацаны. Еще один в смоке. Это откуда? Блять. Алло. Поднимешься, кстати? Блять, ну пойду, а что делать? Ой, вот еще два бомжа, блять. Все, мне пизда. Я тебе смоки накидал. Да, пизду, блядь. Нахуй, блядь. Бля. У вас два бомжа дохнут, блядь. Батырбека, блядь. Давай, блядь. Давай, Алюка. Ну, они еще бегут, они бегут сюда. Ну все тогда, пизда. Ты Люка, Санек, меня. Близко уже, не надо меня поднимать. С моей стенкой. Двое. Так, я люк поднимаю. В дом зашел. В
Смотри, Сян, сейчас на второй этаж будут бежать. А я не... А как он тебя убил? На, он на дом залез. Блин, Сань, даже сказать не можешь. Я не знаю. Я тоже не слышал. А, у меня папка сейчас закрылся. Ой, блядь, крипы просто, блядь. Бля, про два чувака, Люк, ну, блядь. Да-да, мне надо был скинч поднять и стреляться с ним. Ну да. Он просто так стоял сладко, блядь. Мне кажется, по отдельности, когда мы падали, у нас лучше получалось. Да я, блядь, так чело вырубил в голову на ходу, Сань. А я в тачке, я пассажир вылетаю. Блядь. И они нас все равно выйдут. Ну да. Я не знаю, как бы их не захаркали, когда они там поднимали его. Сейчас подойду. Это мужик даже расстроился. Это что, я потом отпиздили, он не расстроился. Все, фул концентрация, фул победа. Сейчас пойду что-нибудь захавал, приду. У тебя одна конфета осталась. Какой-то чемпионат, типа папгеров, смотри, майки, джерси. Чё? Не видел? Ну посмотри, почитай. А типа кто выиграл турик? Типа как в доте, да, на фонтане. Соникс? Ну Соникс это команда. Американская. А где моя футболка? Команда OMG. OMG. Это, конечно, в КСке раньше была. Колледж. СНГ. Не, на самом деле... Сейчас нажму.
Я думаю, все самки будет зон. Прыпай. Я вот с этих начну. Ну кто-то сюда упадет. Двое сюда, я сюда и один вон еще дома. Бля, даже вот с этих можно начать. Бля, у меня же салат уже один прокис. Чуть-чуть. Чё, блядь? Каким образом? Ну, сосновку не помою. Там... Ну, склад один упал, но они рядом сосновку упали в дома. А. Видишь, там никого не вернулся. По зоне угадал. Сань. Не, это не угадал. Называется, прочитал, Сань. Да, ты уже, блядь. Ну, знаешь... пацаны, от вас будет такой гол? Ну, он так же крестами типа читает. Уже можно... Да, нет. Мы столько сыграли, мне там рандома пальцем в жопу можно было. Столько сыграли, они же связаны между собой. Читает. Читает он пока. Читаю. Да. Это вот вот там своим випом и модером рассказывает. Иди, читка. Сюда, малышка. Хорошо. Че с хп? Не долетел чуть? Неудачное приземление произошло. Ну какой калаш. Я прикинь, когда еще пойдем в DS играть на тот сервак. Ну с такой же механикой. Типа строительство. Что нельзя вот это вот ломать заборы. Блять, такое можно понастроить. Я говорю, я жалею то, что. Ну, в этом плане неопытный еще был. Надо было забор с как турбо таскал, просто приподнятым ставить. Это ну да. Пиздец. А как пройти такое, ну? Чтоб мы просто по ногам хуярим вот так. Просто перестраивать это было, ну, полный пиздец, за это очень долго. Столько часов бы заняло. Такую хуйню построю, блядь. А вот мне, на самом деле, зимняя мапа не понравилась. Не, зимняя, да, такой. Мне, за... Но она какая-то очень темная, не знаю, у меня глаза вытекали. 8x нужен кого-то? Нормально, нормально с меня. 8x? Да. Бери. Дай мне 8x, я дам тебе 6x, значит. По сумма? Вам. Тогда отмена. Как же отмена тебя нахуй послали? Не понял, что за лут. Чё, блядь? Это я оставил. Символик 6 миракос. Я не батёк заколил, куда падать. Ой, блядь. Теперь так и будет пиздеть нон-стоп. Это кринж. Прошлые катки тоже. Падать. Прошлые катки тоже кто дома занял. Кто? Батёк какой-то. А кто заколил? Эти дома? Чё, а сейчас какие дома занимаем? Блядь, как будто бы вы так не заняли, блядь. Я крысил. А, вообще нам к Сане надо идти. Вот так вот. Тачки вообще нету. Да к Саньку бегите. Хотя можем пока вот тут посидеть, вдруг нам уйдет резко. Нам бы городу занять. Может реально ту имбовую? Да, оттуда можете уйти с зоны, надо посмотреть. Ну, у нас тачки будут. Полетели, блядь.
Тебя забрать? Да. Забери ташку здесь, Киш, она вот где-то на мне. А, вижу, вижу, вижу. Там баги. Хорошо. Гоплтаймцы тут что? Да ну, у меня У меня болики просто нужны, мне вообще мало. 8x у тебя? Нет. Да, у меня два болика всего. У меня 8x. Я подкину два болика еще. Да сейчас тут два дома огромных. Я хочу просто посмотреть еще пока хотя бы первая зона куда уйдет. Я тут нормально сегодня по луту был. У тебя там бенза много в тачке? Тут канистры есть. Тут нормально. О, болик-то. Один мало, блядь. Пятерки есть? Да. Ой. О, еще. Все, поехали. Еще дайте. А ты тут все залутал? Да. Боликов нет? Энергоз, болик нужен. Голова? Нет, пойдем. Хотя в ваших домах тоже можно остаться. Я бам завис. Пиздеж. Да-да, еще на дерево типа едет. Нет. Я потому что видел, как ты на дерево вылетел. Бро, читаешься, броски. Да, да. Короля фейка фейкует. Что за баг? Я даже делал вид, чтобы ретейком хаешку тут килл. Надо пострелять. Давай еще, сюда. Надо пострелять еще. Фаст, фаст, фаст. Че это такое? Кринж? Где 8x? Пуски еще. Фроси, с тобой. Давай сюда. Бля, что вы еще раз чушь что-то кидал? Ой, похуй. О, это можно взять. Вот, 8x. Да, да. Ну, если тебя поднять надо будет, типа, я потом золотая несу. Ту-ту-ту-ту. Ой, нихуя нету. Этот шашлык можно килограмм привезти? Не стреляй. Блин, здорово. За баги сбегут. Ту-ту. Ух, ебать, нормально. Нормально. Вот, дальше одно. Чё мучишь, Санёк? Береговая охрана? Да.
Да сюда удобно, фэнгу прикольный. Тачка, тачка с моей стороны. Вот здесь на метке. Левеет. Левеет, уехали. Все, уехали. Долго еще играть буду? А что? Вы ситуация. Это что у меня... Я уже забыл, куда я сходил. Блин, такой участок 3-4 сейчас. Жара пойдет. Чего? 3-4 человека. Я сказал, жена пойдет. Участок 3 на 4, сейчас жена пойдет. Я такой думаю, чего? Я так сказал. Честно, блядь. Про жену нет, про участок. Ну да, блядь. Спать надо идти уже. Голова, блядь. Ватная. Хоть стекла бить. Next зона точно не у нас. Пока будешь по краю на самом деле играть. У нас тачки есть. Тут вот. Тут сюда сесть можно. Ворот, давай прям на нас. Это чё? Бля, какой кринж, что это? Как он сдох? Курьер со стрима? Я хз, в камнях чел сидел. Рыбашом, бля, сидел. Да его трупе нету пока. Как же по берегу, наверное, крутят. Он с дробашом, я не хочу тайти. Не, он М-ку взял, Лёха же добил. Он не подходил. Труп. Пока не вижу. Аирдроп летит вот чуть правее. Блять, аирдроп очень хорошо покупал. Не вижу его, он может не он. Это он мои шмотки взял. Там вон далеко. Чё это придумал? Да это стрима, наверное, придумал. Надо за стрим снайд, ёбнут репорт. А где? Метка. Один там, на метке.
Блять, ну как? Двух хитов, блядь. Нет смоков. Да я его подниму. Мне отойти надо, каску взять. У нас еще сзади стреляет оттуда. Слышь. Да, нет. Я за Фрост. Я не понял, как меня били? Это возможно... те же самые. Те же? Да. Я тоже. Но... Нормально, он мне дал. Ну, мне тоже две башки дал. Я, может, буду пушить будут? Да не, им далеко пушить. Может, мы взяли отсюда? Не понял. О, каска. Поехали. А где машина? А где машина? А, мы их туда перегоняли. Вот что, блядь? Да, 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 там за забором таким же. Интересно. Кино стреляли, помню. Где с горы, ну далеко. Наберешь Рость? Наверное, да. На, стой здесь. Сейчас захилюсь. Зона идет уже. Че, работа тоже бах. Кидайте болик. Не-не, поехали. Поехали. Я хуй знаю, что он занимает там поле, блядь. На домах принесли. Ну гад! Так вовремя ходит, блядь. Блядь, какие вы кринжи, пиздец, блядь. Я столько утаешь, что вот так просто бог. Я честно, я расстроен. Блять, не хочу ни с кем садиться, блять, за руль. Ну шпышку не забрал. А че я попасть не могу? Блять, не тип. Руди, блять. Жди, жди, их зона подожмет. Блять, мне тоже зона жмет. Тебе чуть-чуть зайти. А, тебя тачку расхуячивают. Блять, смоков нет. Жестко. Да куда бежать вообще?
Живи, очки. Более просто. Камни как? Блять, Санёк. Ты так не сделаешь. Вот за дерево большое хотя бы. Хотя бы за большое дерево тебе надо ставить. За вот оно? Слева, которое у тебя. Я не знаю, в зоне оно или нет. Она не в зоне, она не в зоне. Ну да. А зато тебе не дадут перебежать, ты что гонишь? А я чё, чекошник? Давай, блядь. Живи, живи, зоны. Пока. В принципе, непредсказуемо, что так будет. Я не чекошник. Надо отвлеките их кто-нибудь. Найс, паб закрылся опять. Ой, блядь. Вот так. Оп-оп. Блядь. Не. Ну, он... Ноль шансов. Блядь, меня когда-нибудь убьют нормально, блядь. Как ты скажешь, что тебя убили, Сань? Блядь, просто... Блядь, у меня тиммейты, блядь, ну, первого... Идем еще? Да-да-да. Сейчас надо мужика зарепортить. Какой? Который меня убил. Ну, это стрим-снайпер. Это который... А на стриме его садил? Человеченька, да? Новое приветствие. Да, как репорт ебануть? Сейчас всякое быстро. Да, 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 да. Мне не впад. Джей, по-моему. А, бля, что-то не то запустил, по-моему. Да, ёбаный рот. Ладно, потом ебану, я не забуду. А чё мне из лобби выкинули? Всё, я нажал. Нормально, чего с дробашом, конечно. Что такое? Плохо себя ведёт.
Санёк тебя реколит? Не. Чё ты грустный, Санёк? Я спать уже чуть-чуть хочу. Алло. Че, Санек, будет гол победный? Да. Сейчас скажу. Смотрим. Ну как я, можешь? Смотри. Посмотри, Саня, я ткнул на этот дом, он до конца там пятый или шестой зоны был. Так ты хочешь? Ну да. Не-не-не. Я дай тебе для примера, можешь так? Угу. Гол ясный поляна. Смотрите. Шкала пендры, блядь. Шкала пендры. Круг вот здесь, середина. Да, хотя там тачка была. Что, там никого? Так, Саня, момент истины. Да. Где зона будет? Учись. Не знаю, значит, на краешке так, победному. Может здесь оставаться еще три круга. Смотрим. А если нет? Ответ. Ответ достойный. А почему шлемак так не переносится? Не похуй, я только с берилом в руках хожу. Таких ублюдков, блядь, пресечь. Так. Только в тюряге лутается.
Твоя. Это папе. Ой. Ладно, сам Бог велел СКС-ку тогда взять. Тайм аэродроп не у нас. Враги. Действительно, снайпу могу кому-то забрать. Или выкидывать. Не надо. Не, не надо. А 8x тоже? Не. Выкидывай, да. Это победная, Сань, игра? Это да. Но если вы тупить не будете, блять. И Фрости нормально отыграет. В этом дело. Завез тебя не пойми куда, да, Сань? Ну да. Не пойми куда, блядь. Привез на убой тебя, Сань. Ты лутался, а он тебя привез. Это вообще пиздец. Его не поймет все равно. Да я так и хотел, блядь. Просто не могу, ну, блядь. Еду и душно, блядь, рядом. М24, это что, редкость какая-то? Да, вроде нет, что-то и так дохуя. Три штуки уже пропустил. 10. Она ведь когда-то аэродропская была, по-моему, 100 лет назад. Да. Да, да. Она, по-моему, так же семерками стреляла. В чем вообще фишка-то ее? Вот М24. За весом. Если надо. Мне с Сабиной, наверное, сделали. Это еще 8x. Это тоже М24 взять, что ли? Да, блин, че хуё? Берил, нет? Не видели, не я? Не. Че, золотая лес год занимать? Го. Го. Это то, что я ткнул, вообще норм. Там еще такие дома на горе, такая имба. Да, там сейчас, блядь, сын фермера и шлюхи сидит, блядь, в туалете с дробовиком. Ну так берельчик в руке беру, да? Да.
машина. О, подожди, останови, останови. Иди сюда, стоп. Я заберу тебя. Давай, Таня. Метку, Лёх, или на твоих домах сидим? Ну, здесь. Вам болечки пусть лежат тут. Там на модике чел идет. Ага. Да, метка. Нормально закрыл, Санек. Пацаны все еще есть. Слышь, Люк, ты тут? Дома ты кто выбрал, Сань? Я не слышу, Люк. Все нормально. Да блядь, я бы их сам заколил, если бы помочь. В следующий раз подожду 10 минут, Сань. Пока их займу там. Бля, какая мба. Я думаю, мы два раза еще точно в зоне будем. Бля, я хочу двери разбить, чтобы пчелы поняли, что там кто-то есть. Моток. Рядом. Остаюсь. Нужно его гасить. Подъехали. Да. Внутри, на модике. Внутри уже вот здесь. Вот это тишь-то. Я подпушить хотел. Я хилюсь. А сколько, двое? Да, двое, да. Двое, да. Живитесь. За домом прям. С хитом скажи. Жить. За домом. Лёха обойдёт его сейчас. Чего? Как он знает, блядь? Я в CFO лежал. А, мне спину хуярят. Нет, типа тебя. Я смоков не маю. Ну я на лоу-граунд лежу, я от них закрыт. Блядь, что за ёбер? Чего это такое? Блядь, снова читер ебать, что ли? Да это бред. Два на модике с твоей стороны едут, вот тут. Вот тут, ну вот тут. За камни вышли, Врастянович, вот тут. Да он меня давить едет. Он прыгает еще. Да, они к ним подъезжают. А, это не их кенты, Врастянович. Это не их кенты. Да. На моем трупе. У тебя есть смоки? Скинь смоки. Забирай. Смотри, так по центру, наверное, пуш. Шо? А у меня смок, сука, один, сука. Ну это с щитом, ты слышишь, как он стреляет? Да. С щитом. А, они заебали. Не понимаю, какой смысл на щитом играть, если все равно ёбну так? Или они успевают продать его, или что? Ну да, он так свинь, так читер стреляет. Знаете аккаунт, блядь, в PUBG нахуй? Когда каждый месяц в раз в сторонку. Блядь, никто не покупает это.
Ну нахуй папок нужен, блядь, правильно. Гузмус, что там говорит, ну что, еблан? Ну еще, блядь. Ну люди в Fall Guys же играют, что? Раз тоже дорогой, типа, и банят постоянно, но. Играет, считай, мечит 150 рублей. Как я говорю, он меня так прочитал, что раньше просто... дешевый был. Просто ебучку показываю, ша, блядь. Ну да, они, наверное, что нажимают, они только вдвоем же приехали, да? Ну да. Они нажимают специально, чтобы левых пчелов вообще не было. Блять, куда? Ты что, разминаешься? Так, чтобы он пострелял по мне. Слышали, как Смитти там чел стрелял? Вот так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это так, кстати, только читеры стреляют, так Смитти никто не стреляет. Во-во-во-во. Да, да, да. Охуенно, блять. Он с кистером, конечно, по фишке взарашил. Даже мне потом подсосаться. Подсоси фишки. Вот, под... вот что. Убили как-то. По нему тоже как странно стреляли. Блин, что за лобби? А у кого-то есть VPN на компе? Да. Ну, именно на компе. Да, да, да. Не в браузере. Да, да. Включи сейчас его, Германию какую-нибудь. И пересобери лоб потом. Если он работает, Германия. На любую Европу, короче. У меня вроде только Америка работала. А, давай. О! Нормально стреляет. У меня чел вышел тоже нереально, вот этот вот, который стрелял. Так, я должен был их в бок убивать, но походу вид мне сквозь стенки, понял? Просто я так хочу в бок его убить, мне просто две в ебучку идти так. Ты-тык. Понимаешь, я даже на вторую зазумить не успел там. Ну да, Сань там это убивает. Чё он по мне не стреляет? Там на противоположном походу такой же. Ну да. Да, там тоже стреляет. Он да. Че, еблану люди вообще? Кажись, заканчивай так. Ну посмотри, у тебя VPN на Европу работает. Там вроде меньше такого было. Мы с вами один раз играли, там фулл 4 читеры было в пати, по-моему. Бля, ты бы видел, как они играли. Мы их, по-моему, даже убить не могли. А они что-то там, ну, вообще там жестко было у них. Тупная хуйня. Тебе пизда. Ну там чел так же реально стреляет. Ну да. Блять. Чё, не включается, что ли? Всё, я смотрю. Охуенно, блять, у Юбич не может анчит нормально сделать. Зато майнит, блять, пизда. Да, стреляю, блядь. Так знаешь, как нет, что с вами было? По прикинь, начала миника, и он накопил выстрел. То есть, как будто он один раз стрельнул, выстрелил там 15 пуль. Да, был 20 в одном, 20 в одном. Роман, вот так представь, Роман так сидит за деревом, за деревом так сидит, чел так накопил вот этот какой-то, блядь, выстрел, просто через дерево его убил. Да. Не, у меня что-то не включается. Ну, пол. Я ж так Warzone качал через ВП. Ой, блядь. Сань. А у них матеры где снимались? 14 плюс, блядь. 365. Точка нет. О, давай. По-моему, уже оттуда чел с приколом стрелял тоже.
Я как будто уже трех челов таких слышу. А, вот сейчас стреляет чел, один вдалеке. Хорош. Жестко, жестко. Зачем ты двигаешься, мразь? Блядь, я вообще не вижу там нихуя. Че, тиммейтов бросил, что ли? Куда едешь? Бля, так хорошо, у меня читеры, охранники, блядь. Мстить пошел. Ой, мстить. Ебать, он больно. Хватит еще надо дамажа. Блядь, сколько не сюда. Это похуй. Запись сверди, нажми запись сверди, посмотри, как вас убили. Блять. И за репорт нажми только сразу. Надо, чтобы все зарепортили, его сразу хуйнет. Сейчас тоже свою запись быстро. А, я Люка видел, как он убил. Чёртов гений, блядь! Я в него хотя бы попал и не сдох, блядь. Надеюсь, смогу уснуть. Всё, давайте, ребят. Давай, всем давай. Пока. Давай. Давай. Че, заводим? Че, есть какой-то жесткий плюс? Насрал в рот, кому? А он там бомбил его. А я, наверное, тоже. У вас есть плюс или нет? Mm-hmm. Бля, я что-то Люк устал, пиздец. Устал? Да. Ну, ну все, тогда отдохнем. Спокойной ночи, спокойной ночи. Давайте, давайте. Давай. Короче, пойду почилюсь, ребят. Может, попозже еще запущу. Спасибо, что смотрели. Заходите попозже. Это, я там в ВК напишу где-то точно.